Покупка на рынке. Ваша лаша пиацон. Здравствуйте. С вами Макдольна. Я надеюсь, что у вас все в порядке. Jó napot kívánok! Remélem, hogy önöknél minden rendben van. В этом видео мы сделаем покупки на рынке. Ebben a videóban bevásárolunk a piacon. Что вы думаете? Где лучше покупать продукты, на рынке или в супермаркете? Mit gondolnak? Hol jobb vásárolni termékeket? A piacon vagy a szupermarketben? Na rynke široki výbor avassej i fruktov. A piacon nagy választék van zöldségből és gyümölcsből. Представьте себе, у нас на рынке покупатель может попробовать продукты, сыр и фрукты. Képzeljék el, nálunk a piacon a vásárló megkóstolhatja a termékeket, a sajtot, például a sajtot, vagy a gyümölcsöket. Что спрашивает покупатель? Скажите, пожалуйста, яблоки кислые или сладкие? Mit kérdez a vásárló? Mondja kérem, az alma savanyú vagy édes? И продавец отвечает. Сладкие. Яблоки сладкие. Попробуйте, пожалуйста, яблок на вкус. Az árus feleli. Az alma édes. Kóstolja meg, kérem. А что вы думаете? Перед продавцом в супермаркете вы сможете попробовать сыр или яблок на вкус. És mit gondolnak? A szupermarketben, az eladó előtt megkóstolhatják az almát vagy a sajtot? Нет, вы не сможете. Nem, nem kóstolhatják meg. В этом видео вначале мы узнаем слова и фразы, используемые на рынке. Ebben a videóban előbb megismerjük a szavakat és a kifejezéseket, amelyek a piacon használatosak. Szavak és kifejezések, amelyek a piaci bevásárlással kapcsolatosak. Слова и выражения, связанные с покупкой на рынке. Бевашарлаш – покупка. Вашарольни – венни. Покупать – купить. Дюмельчфелек – дюмельчек. Фрукты. Альма – яблоко. Сильва – слива. Керте – груша. Чересня – черешня. Медь – вишня, грудиня, арбуз, зельчик-фелик, зельчигек, овощи, крумпли, картошка, бургуня, картофель, шаргарепа, морков, петрежеем дюкер, петрушка, зельт паприка, зеленый перец, каралаби, кальраби, карфиоль, цветная капуста, шпенот, шпинат, вырыш ханьма, лук, хунапош репек, редис, фок ханьма, чеснок, уборка, огурец, парадичом, помидор. Бевашарольни, бевашарлашт, чинальни, делать покупки. Керек, дайте мне, пожалуйста. Меннит физетек, сколько с меня? Мит серетне, мит кер. Что вы хотите? Что вы желаете? Ходя чересне, как продается черешня? Килоя 300 форинт, 1 кило 300 форинт. 300 forintov za kilogram. Melyikből szeretne? Ebből vagy abból?
Из каких вы хотите? Из этих или из тех? Egy csomóretek, pucsok ridisza, két csomóretek, kettő csomóretek, dva pucska ridisza. Szeretnék fizetni. Я хотела бы заплатить. Összesen vagy ez mindez 2000 forint. В сумме или все это стоит 2000 форинтов. Фриш ару, свежий товар. На рынках продаются еще домашние продукты. Например, хази туру, хази тайфель. Домашний творог, домашняя сметана. Хази тояж, домашние яйца. Давайте пойдем на рынок. Менюнг о пиацра. Мы гюмельчат весим к пиацон. Сегодня мы покупаем на рынке фрукты. Йона под киванок. Добрый день. Вашарло. Йона под киванок. Добрый день. Аруш. Продавец. Продавец. Аруш. Мицеретне, что вы хотите? Кирек 1 кило, машвель кило алмат. Дайте мне, пожалуйста, 1 килограмм, 1,5 килограмма яблок. Мейк алма боль серетне. Из каких яблок вы хотите? А шаргабол, подя пирош алма боль. Из желтых или красных яблок? А пирош боль. Из красных. Тешек. Миг воламит. Пожалуйста. Что-то еще. Кирек миг 1 кило кертит. И 1 кило сильват иш. Дайте мне, пожалуйста, 1 килограмм груши и 1 килограмм сливы. Тешек мондани. А керте едешь? Скажите, пожалуйста, груши сладкие? Да, конечно. Попробуйте, пожалуйста, груши. Вкус, на вкус. Коштуем экерам окертет. Валамит, отхаток мег. Желаете еще что-нибудь? Ma zöldséget is veszünk a piacon. Сегодня мы покупаем на рынке овощи. Сегодня мы покупаем на рынке и овощи. Igen, szeretnék még venni zöldségféléket a vasárnapi ebédhez. Дайте мне, пожалуйста, еще овощи для приготовления воскресеннего обеда. Kérek még 1 kiló krumplit, 1/2 kiló sárgarépát, 1/2 kiló petrezselyem gyökeret, 3 darab zöld paprikát, 1 karalábét és 1 karfiolt. Dajte mnie, pazsaliszta, isó kilogram kartoski, 0,5 kilogram markovi, 0,5 kilogramma petruski, 3 штуки зеленого перца, по 1 штуке кальраби и цветной капусты. Ходя карфиоль, как продается цветная капуста? А карфиольнак 450 форинт килоя. Вадь 1 кило карфиоль 450 форинт. Вадь 1 кило карфиоль 450 форинтба керюль. 450 форинтов за килограмм цветной капусты. Рэнбен, хорошо. Серетник физетни. Я хотела бы заплатить. Мэнит физетек. Сколько с меня? Эз миндессе
1800 forint. Ez mindössze 1800 forintba kerül. Vagy 1800 forint lesz. Всё это стоит 1800 форинтов. Köszönöm. До свидания. Спасибо. До свидания. Kérem. Пожалуйста. Köszönöm a vásárlást. Спасибо за покупку. До свидания. До свидания. A piaci bevásárlással kapcsolatos kérdések. Vaprosi si azennie s pakupkoi na rinke. Я читаю предложения. Прочитаю предложения только на венгерском языке. Mikor vásároltunk be a piacon? Mit vásároltunk a piacon? Milyen gyümölcsöket vettünk a piacon? Milyen zöldségeket vásároltunk a piacon? Miért vásároltunk a piacon? Miért ezen a piacon vásároltunk? Válaszok a kérdésekre. Ответы на вопросы на венгерском языке. Ma vásároltunk a piacon. Gyümölcsöket és zöldségeket vettünk a piacon. Pirosalmát, körtét és szilvát vettünk. Vettünk krumplit, sárgarépát, petrezselyem gyökeret, zöld paprikát, karalábét és karfiolt. Bevásároltunk a vasárnapi ebédhez. Ezen a piacon mindig friss az áru, és lehet házi termékeket is kapni. На венгерском языке сейчас я прочитаю слова и текст диалога. A szavak és a párbeszéd szövege magyar nyelven. Bevásárlás. Vásárolni, venni. Gyümölcsfélék, gyümölcsök. Alma, szilva, körte, cseresznye, meggy, görögdinnye, zöldségfélék, zöldségek, krumpli, burgonya, sárgarépa, petrezselyem gyökér, zöld paprika, karalábé, karfiol, spenót. Ma gyümölcsöt veszünk a piacon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit szeretne? Kérek egy kiló, másfél kiló almát. Melyik almából szeretne? A sárgából, vagy a pirosból? Vagy a piros almából? A pirosból. Tessék, még valamit? Kérek még egy kiló körtét, és egy kiló szilvát is. Tessék mondani, a körte édes? Igen, természetesen. Kóstolja meg, kérem. Valamit adhatok még? Igen. Ma zöldséget is veszünk a piacon. Igen, szeretnék még venni zöldséget a vasárnapi ebédhez. Kérek még egy kiló krumplit, fél kiló sárgarépát, fél kiló petrezselyem gyökeret, három darab zöld paprikát, egy karalábét és egy karfiolt. Hogy a karfiol? A karfiolnak 450 forint kilója. Vagy 1 kiló karfiol 450 forint. Vagy 1 kiló karfiol 450 forintba kerül. Rendben. Szeretnék fizetni. Mennyit fizetek? Ez összesen 1800 forintba kerül. Vagy 1800 forint lesz. Köszönöm. Kérem. Köszönöm a vásárlást. Viszontlátásra.
Viszontlátásra! Köszönöm a figyelmet, спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что было все понятно. И я рекомендую вам слушайте и параллельно читайте текст. А когда уже вы понимаете и будет все ясно, потом слушайте только на венгерском языке. И будет все понятно. Счастливо. До свидания.